Ежедневно в Сочи на линию выходит почти 800 автобусов. В городском департаменте транспорта и связи администрации курорта убеждены, что требования по обеспечению безопасности в общественном транспорте перевозчиками выполняются в полном объеме. Все предприятия очень ответственно, и руководители предприятий относятся ко всем мероприятиям, связанным и с безопасностью дорожного движения, и с антитеррористической безопасностью. Это прежде всего выпуск машин, контроль за работой автобусов и машин на линии, а также обеспечение безопасности пассажиров внутри этих автобусов. Безопасность – дело общее, в ее обеспечении участвуют как водители, так и пассажиры. Так, например, в каждом салоне автобуса есть памятки для пассажиров о действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных чрезвычайных ситуаций. Ну а водители проводят ежедневный инструктаж перед выездом на линию с отметкой в путевом листе. Добавлю, что во всех маршрутных автобусах также установлены и камеры видеонаблюдения.